течение года в адрес печатного издания свои статьи, очерки и мемуары присылали постоянные авторы – фронтовики, блокадники, краеведы и местные журналисты. Спасибо люберчанам, которые так воспринимают правильно победу и с уважением относятся к своим ветеранам. В ежегодном конкурсе «Салют Победы» принимали участие и юнкоры «Люберецкой панорамы». Молодым журналистам вручили сертификаты и дипломы об окончании школы юных корреспондентов. Также о своих проектах, посвященных Дню Победы, рассказали руководители местных средств массовой информации. Один из проектов такой называется «Солдат Победы», где ветераны рассказывали о... Каждый ветеран рассказывал о своей жизни во время Великой Отечественной войны, о том, что происходило, как он пережил данное время. Также у нас есть такая рубрика «Спасибо за победу», где детки различных возрастов могли прийти с фотографией в студию и рассказать коротко о своем прадедушке или прабабушке, которые воевали в Великую Отечественную войну или были тружениками тыла. Выступления ветеранов войны и журналистов чередовались с концертными номерами. Сабина Мамедова и Дарья Ватолина, солистки вокального ансамбля «Нотка», исполнили песни военных лет. Завершилось собрание традиционным чаепитием. Алексей Адамов, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.